На этот раз масштабные работы по модернизации успешно завершены на стадионе «Металлург» в Балхаше. Сегодня на объекте, где занимается спортом более 900 детей, сдали в эксплуатацию соответствующее всем международным стандартам футбольное поле. Такой подарок сделали специально для жителей Балхаша к предстоящему празднику Дню Республики. Футбольное поле на стадионе «Металлург», которому около 17 лет, было сильно изношено. Благодаря проекту «Алан» здесь постелили газон итальянского качества. Первыми его оценили ветераны города Балхаш и группы компаний «Казахмыс», которые провели товарищеский матч. Такое современное сооружение станет важнейшим вкладом в развитие массового спорта, воспитание спортивного духа и мастерства, стимулирование здорового образа жизни. Также я убежден, что наличие обновленного футбольного поля придаст новый импульс популяризации данного вида спорта в нашем городе, позволит существенно улучшить условия организации тренировочного процесса, что даст возможность нашим спортсменам стать настоящими мастерами кожаного мяча. Торжественное открытие прошло с участием акима города Балхаш Сапара Сатпаева, президента Казахстанской федерации футбола и ветеранов. Кроме того, амбассадор проекта, экс-капитан сборной Казахстана по футболу Самат Смаков провел для детей открытую тренировку и раздал автографы. Также юные футболисты получили подарки. Сегодня надо, если вы любите футбол, нужно сразу стремиться становиться, идти вперед и покорять весь мир. Вот такое у вас должно быть желание. Теперь, почему мы акцентируем внимание это на массовом футболе? Да, есть конкретное поручение нашего президента – здоровье нации. И вот массовый спорт, а футбол – это массовый спорт. И через этот спорт мы должны все быть здоровыми, сильными. Напомним, в рамках исполнения поручения главы государства по развитию массового спорта Казахстанская федерация футбола в 2023 году запустила программу по реновации футбольных полей в Казахстане «Алан». Проект рассчитан на 3 года и проходит при поддержке УЕФА. Всего в рамках проекта «Алан» на 2023-2025 годы запланирована модернизация 20 футбольных полей в республике. Ранее в эксплуатацию были введены футбольные поля в Алматы, Шымкенте, Актобе, Петропавловске, Усть-Каменогорске, Аягозе, Аксу и области ЖТСУ. А на следующей неделе очередное открытие поля запланировано в городе Жезказгане. Динара Сартаева, Нурсултан Исаев, Бүлдірген Асағат, телеканал Сарыарқа.